Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, экстренное включение Assassin's Creed Syndicate, я граблю поезд. Я на самом деле пришел вообще за другим квестом, и тут рядом оказался поезд. Так, победить на поезд, заберите добычу и скройтесь, окей. И вот, ну, типа, я тут же решил начать ограбление, потому что он прям рядом проезжал с местом, которое я хотел прийти. Убей. Чё она не бьёт? Понятно. Так, где то, что мне нужно? В конце, наверное, да? Чё это? Возьми это, чтобы это ни было. А, одно из трех. Окей, понял. Вот этот вагон, раз он закрыт, наверняка там в нем что-то крутое. Да? Нет. Не, он последний. В нем вроде как ничего нет. Ладно. Так, вот еще один. Ну, как бы грабанули поезд. Так, для начала надо поставить метку к следующему заданию. Вот здесь вот была вот эта вот штучка, Тайна Лондона. Я к ней, короче, подошел и мимо поезд проезжал, который я как раз хотел ограбить. Так, ну по идее я вот это задание хотел сделать, очернительство. Но до него далеко, сейчас подождем тогда, пока мне этот квест закончится. Да. Ну, надо сказать, 3500, это очень хорошо. Это очень хорошо. Прекрасные деньги. И материалов вроде бы у меня и так достаточно. О, сопровождение какое-то появилось. Ну ладно, не суть дела. А для меня сейчас важно выполнить вот это задание. И все места очень далеко от него, которые у меня открыты. Реально все. Ну отсюда, наверное, просто по улице поеду. Все, мы приехали. Так, и что нам нужно будет делать? О, я тут не был ни разу. Песенки тут прикольные. Будьте умницы, принесите Дарвину газету. Что? О, это вы в спешей кассете опровергли невежественные нападки Оуэна на мою работу. Но мне сегодня не здоровится. Будьте любезны, принесите мне экземпляр. Мне кажется, что все будет не так просто. О, нет! Сюда! Стоять! Черт! Ну, как бы я решил вопрос концептуально. Я вижу грабителя, он бежит, я ему отправляю две пули в спину, и он как бы не убегает. По-моему, все довольно логично. Ну ладно, я переиграю. Хорошо, попытка номер два. Я теперь понял, что я должен его перехватить. Но думаю, один предупредительный в спину. Ладно, не буду.
Че ж вы все бегать так любите? Спортсмены, что ли? Беги быстрее, пожалуйста. Смотри, какая. Я думаю, все-таки... Реально, где ты учился водить? Здоровье реально очень быстро восстанавливается. Но он меня сейчас к логову какого-нибудь приведет. Смысл найти? Че его искать? Вот же он стоит. Беги! Ты че не бежишь? Сейчас весь Лондон, по-моему, взорвется, пока я... И весь самый эпик будет реально происходить передо мной, пока я бегу за этим чуваком. Ну это просто... Ну вот в прошлый раз же я его реально остановил. А газетки я бы с трупа собрал. Да, да. Остановись. Кстати, он реально остановился? На секунду, на все же. Сейчас его поезд собьет. Посмотри какой. И еще и спасаю этого придурка. Вы спасли мне жизнь. Ты придурок. Верно. Теперь говори, зачем напал на газетчика? Нам приплатили, чтобы мы велели продавцам раздавать эти листовки. Вот, берите и оставьте меня в покое. Стоит рассказать мистеру Дарвину. Это реально очень странное задание было. Вы знаете, кто же так не любит Дарвина? О, прикольная картинка. Я спас жизнь, но реально полному бреду. Хорошо. У меня, кстати, денег достаточно, чтобы апгрейды сделать. Давайте сделаем. Итак. Два улучшения, которые я хотел бы поставить. Помещать свои деньги. Проект увеличится. О, вот это, кстати, неплохо. Вот, это улучшение стоит 12 тысяч. Со сломанным оружием стоило 6 тысяч. И с бочечкой 1500. Теперь делаю вот так. Нет. А как я делаю? А, вот так я делаю. И смотрим, сколько оно будет стоить. На 400 меньше, да? То есть вот на 400 меньше. Вы че издеваетесь? Я нафига-то столько денег потратил. Я бы вот сюда сейчас... Короче, никогда не берите эту штуку. Она на какие-то копейки реально уменьшает цену. Еще игра вылетела, зашибись. Итак, я снова зашел в игру. Я думал, что может быть этот вылет поможет мне сохранить деньги. Но нет. Постой. Игра сохранила... И, ну, сохранил прогресс именно в тот момент, когда я потратил 10 тысяч. Ну ладно. Ну, это все равно того не стоит. Я думал, там на 1000 или на 2 все будет подешевле, но нет. Я пришел за новым заданием, но мне сначала надо стать инкогнито. Для этого я подожду, пока они разогрятся. Да. Все, я готов. Послание с того света называется. Квест, расследуйте дело о корейце с привидениями. Ассасин получает послание от таинственного незнакомца. Хорошо, давайте посмотрим, что там за привидение. У вас усталый вид. Все хорошо? Работе конца и края нет. В новом деле клуба привидений замешана карета. Она покрыта сусальным золотом, которое слепит всех, если светит солнце. Призраки прилагаются. Попробуем ее отыскать. Хорошо. Ну, на меня постоянно налетают эти придурки. Что я могу сделать? Будете разговаривать с моей дубинкой.
Че? Поговорить с твоей дубинкой? Давай. Вот стою, никого реально не трогаю. Вот она того стоила? Идиоты. Так. Эти письма так и не дошли адресатам. Грустно. Давай смотрим, как делать. От почтовых экипажей отказались, когда стали использовать поезда. О, я бы с радостью присела. Но дела не ждут. И сама легла. Это было странно. Любопытно. Любовное послание. Мой дорогой Фрай, как я хочу снова оказаться в твоих объятиях со дня нашей последней встречи. Чувствую себя так одиноко, тебя нет рядом. И это повергает меня в отчаяние. Молю тебя, вернись ко мне скорее. Хочу видеть тебя, слышать твой голос. Немедленно жду тебя и готов всецело принадлежать тебе. Твоя и только твоя, Элизабет. Чё? У Фрай есть какая-то подружка. Гоните экипаж меньше, чем за 2 минуты. Зачем я это должен делать? Как это относится к моему заданию? Можно узнать? А? Как ты думаешь? И как я вообще должен физически успеть после того, как я только что прочитал какую-то записку, резко побежать, догонять какой-то экипаж? Что за приколы? Бессмысленное разрушение. Круто. Бедная лошадка. Вперед! Не выйдет. Можете меня похитить, но я вам не дамся. Кто это? Что вам надо? Я друг. Можете не волноваться. Вы спасли меня. Вот туда. А почему этот мне подлец хотел заставить ехать? Меня выйти за него. А, ты в курсе, меня что? Дома. Что женщина вела повозку? Что там они договаривают? Как это все относится к призракам и к карете, я вообще не понимаю. Или это они так решили, ну как бы ты делаешь один квест, и бамс, резко все меняется, и тебе дают другое задание. Быстрее! Наверное, да. С дороги! Давай! О нет, его сообщники точно убьют вас! Скорее, нельзя терять времени! А я что точно делаю? Я как раз думал остановиться. Посмотреть, что будет. Я стрелял не в лошадь, ну я нацелился на этого извозчика. Так, попытка номер 2. О нет, его сообщники точно убьют вас. Скорее, нельзя терять времени. Я могу точно просто повозку оставить им вместе с тобой. Ну а теперь я понимаю, для чего нужна была прокачка этого экипажа. Дороги!
дорвались. Я так благодарна вам. Отвезете меня домой? Примите мою благодарность. Вы приложили массу усилий, чтобы спасти меня. Как вас зовут? Иви Фрай. Меня зовут, принимаю похвалу только 10 кусками зелени. Наликом. А Иви Фрай — это мое второе имя. Вперед! Молодец. Вы спасли не только мою жизнь, но и мою честь. Меня зовут Элизабет. Присядите рядом со мной, чтобы я могла взглянуть на ваше лицо. Где она? Просьба о помощи. Мои дорогие мамы и папы, когда вы прочтете, меня, скорее всего, не будет в живых. Я не смогу выйти замуж за маркиза или любого другого. Я должна бежать от этого жестокого тирана, но знаю, что он все равно найдет меня, и я очень боюсь. Я люблю вас. Прощайте, ваша дочь Элизабет. Ага. Вы словно привидение увидели. Что с вами произошло? Просто это было все нереально? Наверное. Чтоб меня. Чтоб меня. Хорошо, я хотел сказать, что это самый дурацкий и нелогичный квест на планете Земля. Но нет, вот теперь он шикарен. Хорошо, это я принимаю. Заметно убить последнего. Да не хочу. Хотя нет, хочу. Почему нет? Я его незаметно убиваю. А потом двух я приду к друзей. И я на улице. Господи, кто их убил? Пройден весь набор личных заданий и 1000 фунтов стерлингов дали. Что, проблема? Эй, ты! Эй, я? Угу. Это я. Да. Так. Нет, стоп, не карта. Во-первых, во-первых, навыки. Сколько у меня? 4. Угу. Так, это что за навык? Первая атака, больше урона, возможно, даже смерть. А, вот это вот, кстати, было бы неплохо. Повозки я, наверное, все-таки не буду прокачивать. Буду надеяться, что реально очень мало будет квестов с ними связанных. И... Так. Ну вот у нас тут есть задание. Вмешательство анархиста от Карла Маркса, да еще и рядом с точкой перемещения. Что же на этот раз предстоит мне сделать? Давайте узнаем. Ослепленный горем рабочий задумал жестокую месть и хочет использовать для этого взрывчатку тамплиеров. Остановить его, пока кто-нибудь не пострадал. Ага. Фрэнк Моррис, мой бедный друг. Его сын умер после 18 часов работы. Фрэнк совершенно убит горем. Он обвиняет власть в отказе защищать права рабочих. Его злость объяснима, но она зашла слишком далеко. Он хочет украсть нитроглицерин и взорвать обе палаты парламента. Убийство и разрушение не решат проблему. Путь к социализму лежит через демократию. Остановите его, пока он не успел натворить дел. Думаю, он сейчас направляется в лондонский сити. Понял. Как далеко? 140 метров. Я думаю, что я на повозке его буду догонять. Там, наверное, взрывчатка. Мистера Морриса все нет. Давай. Так, главное его не убивать. Какого черта? Ты кто? Друг Карла Маркса. Дайте сосредоточиться. Скажи Марксу, что мне не нужна помощь. О, еще и врезаться нельзя. Тихо. А что мне делать? Если собаку долго пинать, она укусит. Ну да. А не надо мне приказывать. Давай!
По-моему, она вообще ему ничего не говорит, он сам с собой как бы. А прокиньте, экипаж. Еще и преследователь за нами сейчас будет ехать. Вы че, серьезно? А, хорошо. Да, и как-то я должен опрокинуть их экипаж, когда мне нельзя получать урон. А, налево! Направо! Направо. Налево. Направо! Вот так вот. Налево! Вот так. Налево! Не будешь осторожнее, взорвемся к чертям! Налево! Да я уж понял. Давай. Пошли мне нафиг. Направо! Так и надо. Ты понимаешь, что мы едем на громадной бомбе? Я понимаю. И эту громадную направо. Бомбу сделал ты. Черт, молодец. Больной ублюдок. Столбик. Ну, давай. Тормози. Наверху! Кто это такие? Чрезвычайно неуступчивые люди. Залезай туда и разделай! Убрали свои грустные лапы. Союзника попал. Убейте! Просто убейте! Давай. Яуа. Двоих сразу, нет? У меня еще и патроны закончились. Какого хрена? Кто угнал повозку? Бей! Тихо, тихо, он при смерти. Пошла отсюда. Это было очень сильно на грани. Вот и нет взрывчатки. Радуйся. Нет повода. Сомневаюсь, что они пустят ее на благие дела. Черт. Надо понять, куда и зачем ее везут. Возможно, я смогу помочь. Я буду ждать в Саутуарке. В Саутуарке. Сейчас они что-нибудь разбомбят вместо него. У нас какое-то задание, похищение груза. Но мне надо вот это делать. Финальный взрыв. Вот так вот. Вперед. Но. Фрэнк Моррис нашел хранилище взрывчатых веществ, хоть заводить им любой ценой. Они перевозят груз, надо спешить. На углу стоит повозка. Спрячемся в ней, и нас довезут до места. Хорошо. Отправляйся домой. В повозке я поеду одна. Домой? Назад в холод и уныние? Год носит черные перчатки и траурную повязку. У меня еще и время. Я хотел просто его диалог дослушать. Не буду трогать их, пока не привезут меня куда нужно. А, окей. Я уже одного убил. Она не услышала, да, как я сел? Правда? Ладно. Ой, что-то камера трясется. Зато теперь взрывчатка наша. Все анархисты. Они бы и в пабе напиться не смогли. Наконец-то! Вы куда провалились? Да, сюда уж точно никто не проберется. Но! Так, сколько у меня всего? У меня всего очень мало. Ну, 7 ножей, в принципе, на 7 человек должно хватить. Если в голову буду попадать.
как я должен использовать нитроглицерин и убить их всех? Прости, но мне он нужен больше, чем тебе. Во имя правосудия, не стреляй! Мистер Моррис! Вот бедный. Да покоится душа с миром. Разбейте ящики! Больше он никто же не идиот! Ах ты! Нафига он вообще сейчас пришел? Ты не уйдешь на своих ногах! Не везет! У нас Куда ты пошла? Убей его. А, у нас посетитель! Ау. Что? Зачем? Ты бы лучше отошел, приятель. Don't kill me. Стрелял я твоего друга. Музыка тын-дырин-дырин-дырин-дырин. Все взрываю, убиваю. Сделан. Вот и вы. А мистер Моррис? Ясно. Я боялся, что так и будет. Он был хорошим человеком, но горе дураком он был. Лучших из нас. Он взял ящик с взрывчатки и начал убегать. Большую беду. И в него выстрелили. И он взорвался. Так. Нет дыма без огня снова от Карла Маркса задание. Слушайте, а дополнительные задания все, как бы их все больше и больше и больше. Это, в принципе, довольно неплохо. Так, теперь за этим заданием пойду.
Так, еще одно задание, давай. Найдите доказательства жестокого обращения с работниками фабрики. Мне кажется, это здесь будет вообще проще простого. До основания. Даже не счесть, сколько людей искалечено машинами на производстве. А фабрика все равно процветает. Поможем рабочим, которых здесь эксплуатируют. Но нужно раздобыть улики. Где-то внутри есть доказательства преступлений. Отчеты о несчастных случаях. Найдите бригадира, а потом как-нибудь убедите его отдать отчеты. Может, если создать видимость пожара, получится войти. Я сделал вот такой красивый вид, где солнышко светит, все такое. Камера берет и поворачивает меня на Карла Маркса. Посмотри на меня. Убейте страж с воздуха, отыщите, подожгите кнопку. Я не видим, чувак. Ты даже в принципе сейчас не можешь меня увидеть. Вали его. Он побитый. Я все видел, мисс! Не двигайтесь! Вот это вы паникеры. Сундук! Спасибо. Так, что внизу? Ну да, тут реально ужасные условия. Особенно они будут еще хуже после того, как я здесь все подожгу. Так, а где третий тёп? Можно узнать. Я видел только два. Угу, где-то вообще в углу. Не-не, давай сюда зайдем и дальше спрыгнем, посмотрим, что там. Или оно все-таки... Не, все-таки нельзя. Давай, спрыгивай. Хватит кашлять. Иногда, конечно, очень тяжело управлять ассасином. Где ваши документы лежат? Угоните пожарную. Ну, это вот как бы. Я только как бы хочу сказать, логика. Ты где? Может быть, они хотят, чтобы я под видом пожарного зашел туда, стибрил документы. И все было бы хорошо. Быстрее. Так, вон она едет. Сейчас я угоняю и все тип-топчик. Теперь я пожарный. Чу-чу-чу.
А, берегись, пожарный едет. А как же отчеты? Нужно их найти, пока они все не сгорели. Во-во, на это я не бес. Вы правы. Не заставляйте меня идти. Уходите, уходите отсюда. Я пожарник. Я даю людям один шанс. Только один. Пожарник ничего не видит. Они должны лежать здесь. Вот. Давай. Они. Хорошо. Целые. Эй, ты чего делаешь? Стой, ворюга! Блин. Надо было, наверное, просто стибрить, а я его убил. А куда повозка с лошадью? Да я же хотел сесть и ехать. Хорошо. Хорошо. Ну, наверное, в следующей серии мы начнем с главного задания, с основного, и потом, если будет еще время, дополнительных немножко поделаем, одно или два. Вот, а на эту серию хватит. С вами был Джек, большое спасибо за просмотр и счастливо.